Соревноваться в меткости приехали 40 лучников из Новороссийска, Краснодара, Геленджика. Традиционно в краевом турнире участвуют сочинцы. Соревнования в классическом и блочном луке как личные, так и командные. Сегодня финал. На чемпионате и первенстве Краснодарского края разыграли и медали, и путевку на чемпионат России, который состоится в первых числах февраля. Все спортсмены имеют одинаковые шансы на победу, выходя на рубеж. Они все находятся в одинаковых условиях. На чемпионате Краснодарского края у нас нет возрастного ограничения. Ну и, соответственно, на чемпионате у нас приезжают самые сильнейшие. Это самый главный отборочный старт. Это на чемпионат России отбор идет и на первенство России. Сегодня же озвучили имена победителей и претендентов на участие в чемпионате России. Сильнейшими оказались спортсмены из Новороссийска и Сочи.